Я бегал вообще, спортом занимался. Пытаюсь бросить курить и пить. Я сегодня решил пробежаться вот от дома и вот. А, бля, чё ебался? Самогонный пар взорвался. Я лет 20 гнал самогонку. У меня никогда ничего не взрывалось. Занимался этим делом, мне, чтобы бачок взорвался от пара. Да не может это быть. Тем более, пар-то выходит, давление там не должно скопиться в аппарате. Я, скорее всего, тоже думаю, надо, скорее всего, газ. Шашлык. Так что у вас за вопрос? Как уберечь детей от наркотиков? Такие глупые вопросы, ужасные. Блядь. Пиздить. Пиздить. Вы понимаете, если маленький пиздить, если большой убить нахуй, блядь. Можно ли пиздить ногами? Конечно, конечно. А только ногами и нужно, потому что руками, знаете, он на неделю хватит. Блять, я сказала, вези, ты специально это сделал, устроил, мразь. Что я сделал? Я сказала, меня люди ждут, вези. Я попросила, сука, я тороплюсь, меня люди ждут. Ты сволочь, это из-за того, что я русская, блять, узбек. Ты всех русских ненавидишь. Почему это я? Ты всех русских ненавидишь, мразь. Я... Вас не было 6 лет. С Полом мы поддерживали связь, а с Уиллом не особо. Многое изменилось. Как вы себя при этом чувствовали? Просто рад был встретиться с Полом. Всем привет, меня зовут Андрей, и это канал Булгаков Play. Сегодня мы с вами проходим Quantum Break. А, кстати говоря, вон стоит какой-то подозрительный тип. Слушай, ты чё здесь? Доброе утро. Ночью прикидываешься? Какое утро? Утро, блядь. Так, теперь надо найти Пола. Да, мне кажется, куда-то я не в ту сторону пошёл. О, велосипед, бери. Бери, поедем. Так будет быстрей. Не, не хочешь. Ха. Куда он делся? Да посрать пошёл. Отвечайте. Эй, эй, выходи. Хватит срать там сидеть. Ладно. Погнали. Дальше. О, Нарик сидит. Давайте к нему подойдем. Сомневаюсь, что он здесь. Здесь. Лучше пойду в кампус. Вон сидит. Хм. Пол сказал искать его на физфаке. Давайте немножко разберемся с управлением и... Ха. Тяжелая ночка. Все не очень интересное. Мы будем с вами немножко ускорять всякие читания, брожения, мой тупеж. Вообще не важно. Да, чувак. Плохо. Всем плохо. Погнали, посмотрим. Пол, я доехал до кампуса. Ты где? Же я рад тебя слышать. В общем, иди во внутренний дворик и направо. Увидишь такое забавное здание. Там свет горит. Это физфак. Я тебя там встречу. Приходи скорее. Ты так и не сказал, о чем пойдет речь. Я знаю. Жду тебя. Почему было не подождать? Зачем в 4 утра? Да, бухнуть ему хочется. Пол любил эффект. Не терпешь. Короче, давайте посмотрим на эту мазню. Жутковатый субъект. Погнали. Борис! Да? Можно задать вопрос? Можно. Как пройти в библиотеку? Куда? В библиотеку. А я ебу. А где ты начитался так? Как начитался? Я хорошо в школе учился. Ты еле языком ворочаешь. Где ты так начитался? Слышишь? Слышу. Ты почему со мной так разговариваешь? Как? Не нравится? Уходите к ебени матери. Я хочу ебаться, а не садиться, блядь!
Эй, я с миром. Друга тут ищу. В 4 утра? Да, сам в шоке. Оставьте меня, блядь, в покое. Блядь, попросила за 7 лет, попросила мужика, блядь, выебать меня. Он согласился меня выебать, блядь, за 7 лет. Вот тебе, блядь, сука, результат. И что же они творят? 13 лет баба ходит не ебаная, блядь. И вы, блядь, мужики вчетвером собрались, блядь, окружили бабу, привезли ее в отдел. Ебануться! Здесь одни алкаши, блядь. Вы гляньте, вот один лежит. Читатель, блядь. Библиотеку им нельзя разрушать. Слушай, я пойду поищу своего друга. Там он а ты еще, уж тут не давай им спуску. Кучка. Ну ладно. Приятной ночи, голубки. Спасибо. Да нет, не для этого. Ладно. Ну чё, телек. Давай попялим, чё тут. Водичка. Интересно, гляньте, еще один член литературного кружка. Эй, блядь, активист, вставай. Вставай, говорю, блядь. Ну, гляньте, побежал. Нихуя у тебя не получается. Что, вертолеты? Ну ты ножку на землю поставь, все пройдет. Эй! Ох, хуй с тобой. Кино у вас тут говно. И забастовка. Говно. Ладно, погнали дальше. Такой долгий путь, чтобы взглянуть на научный проект? Из письма Пола я понял, что у него тяжело на душе. Ему нужен был друг. Я хотел хоть чем-то помочь. Сукин сын. Эх, бухнуть бы. Давай бухнем. Бухнем. Литр, два, нет, 3 литра бухла возьмем, побухаем. Бухнем? Чуть-чуть бухнем? Я ж не пил. Ну, нахуй ты мне нужен такой друг? Почему у меня друг такое говно? Бухать, бухать. Я в полной завязке. С обеда не пью. Идем. Кто же ее сюда положил? Подумать только. Ладно. Шутки в сторону. Джек, лаборатория здесь. Идем. Успеется с лабораторией. Показывай свою презентацию. Тебе же не терпится, я... Мы объединили эти две теории и обнаружили способ воздействовать на это поле. Результаты ошеломительные. Это не все. Но для начала хватит. Ладно, давай к делу. Что это было? Ядро действует словно мельчайшая вращающаяся черная дыра.
Так что при активации возможна небольшая турбулентность. А что мы вообще что-то скрываем? Скоро знаешь. Сюда. Ну, давай, я веду. Все, кстати, не надо. Я вам не запомнил, не безбашно. Мы с полом надо говорить просто. Но сейчас все другу. Надо я не знал, что с машиной будет в процессе. Приходу знать. Но я знал, он делал лучше, чем лучше. Но я не лучше. Чек, работает. Ты глаза боишь. Вот, возьми. Это ключ от класса Нам нужно выключить Эдуина. Первый заработок. Готов? Мы с полом не хотим бонус сказать. Мы же не хотим бонус сказать. Сейчас узнаем. Три, два, один. Чек, что? Ты со мной? Значит, какие еще надо говорить? А я с тобой. Сойдет. Ах, вот оно что. То-то я смотрю, он какой-то бред несет. Казань брал, Астрахань брал. Царем себя называет, Иваном Грозным. Белая горячка. Типичный случай. Все нормально, успокойся, Джек. Успокойся? Да ты... Тебя двое, ты, мать твою, раздвоился. Именно это и должно было произойти. Это он, это я. Будущий я, вернувшийся из... Из двух минут тому вперед. Твой злой двойник из будущего. Господи, боже. Поставь на 5 минут в будущее. Да, капитан. Эй, начальник, тут какая-то ёбань. Здесь... Минус 2 минуты. Слышь, я, блядь, не туда тебя сейчас отправлю. Ну, раз тебе похуй, то держи, блядь. Пизду. Что ты делаешь? А я не понял! Что вы здесь в моем холодильнике? Вы хотите кушать? Кушать же вы хотите! Яйца выходите кушать мои! Яйца выходите кушать! Выходите из холодильника из моего! Не надо кушать яйца! Уходите! Останови его! Нет, я должен тебя выпустить! О, черт! О, нет! Нет, 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 нет! О, нет! Я вернулся! Вам всем пиздец! Ты в порядке? Похоже на то. Я смогу выбраться. Займись Уиллом. Да. Ладно. У меня в ушах звучали слова Уилла. Время на исходе. Ну давай. Заклинило. Так не должно было быть, все показатели. Ля, сейчас мусора приедет, охуеет. Не трогай его, я больше не вижу. Я должен отсюда. Джек. Тебя, блядь, говной воняет даже. Отсюда телефоном чувствую. Нет!
Джек, ты сейчас... Что сейчас? Как всегда безупречная логика. Ты... пошел обратно в лабораторию. Он мог вернуться и подняться... Сказочный долбоеб. Зачем его только из больницы выпустили? Много, чтобы его выкурить. Ты не знаешь. Идем. Меня позвал Пол разгребать за тобой дерьмо. За мной? Да спасибо. Ты хрен... Сейчас. Блин. Ты очень вкусный. Тебе думал, что я пришел очень много. Это как раз не на самой. Хрен себе, слушай, такое. Слушай, я не хочу покупать тебя. Я, спасибо. А. Смотри, я ее знаю. Давай ее с собой в баню возьмем. Что ты делаешь? Я ее освобожу. Вот. Я же тебе говорил. Эй, блядь, не ломайся. Да ладно ты, блядь. Пойдем. В баньку сходим. А? Не хочет. Почему с тобой получилось, а с другими нет? Ебать. Без понятия. Может, с тобой получилось. Ну, потому что он брат твой. Ну, у вас по-братски там это все дела. Ладно, хуйню. Всех, всех. Зависание закончилось. Пока что. Нет, нет! Моя машина! Они патрулируют стоянку! Господи, это же просто... Ладно. Ладно, Уилл. Успокойся, ладно? Не знаю, прорвусь как-нибудь. Возьму машину и подгоню ее. Уилл, что происходит? Нет, ты можешь смотреть. Нет, так, конфиг. Вот, держи. 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 Да, короче, Уилл. Какого чувака? Мы сразу я не знаю, как вы их уносите. Я... Черт! До меня дошло. Я вас найду на точке. Черт! Не, давай, крыть, крыть, настрела. И все сгорело.
Примерно во сколько это все произошло? Минут 10-15. Минут 5-10-5. 4-5-10-5 утра. То есть, получается, стук вот этот весь шум разбудил вас, да? Да, да, да. Слушай, ты бы шевелился, если уже не опоздал. Тогда вы впервые увидели Бет Уайлдер. Да. Она меня к тому времени уже знала. Уилл. Уилл! Идем в библиотеку. Зачем вы меня сюда ведете? Книжки, блин, просроченные. Сдать надо. Штаб, Уильям Джойс доставлен в библиотеку. Ждем приказов. Прием. Уилл. Его увели в библиотеку. Мне надо туда и в темпе. Ну а мы с вами на сегодня закончим. Увидимся в следующих сериях. Те, кто досмотрел видео до конца. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Всем пока!